Привет, с вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить игру под названием Elden Ring. Вот, мы в финале, то есть, типа, это вот финал-финал. Ну да, DLC еще нету в игре, так что, можно сказать... Так, а что осталось? По идее, остался босс один. Подожди, что тут? Не, подожди, не один, два. Два босса осталось, даже три. Ну, то есть, там одного убиваешь, и второй... начинается. Практически как вторая стадия. Так, подожди, я реально не помню. Но мне вон туда надо. Наверное, вот тут вот по левой стороне. Справа что-то есть. О, блин, а тут же как, какие-то клинки, не? Вы тут что? Просто парни валяетесь. Блин, подожгли дерево. Да. Блин, сейчас, конечно, так влетать. Ну, хотя в прошлый раз... Не, в Малению, кстати, не сразу улетал. Я типа пошел проходить, ну, по основному сюжету. Да, Гидеона же в прошлый раз типа дубасили. Так, это как? Сюда. Зачем вам вообще такой проход? Дракоша. Ну, как обычно. Блин, ну вот такое ощущение, как будто тут кто-то встречался. Может, конечно, первый раз, когда сюда приходишь? Или нет? Или да? Хм. А то есть эта благодать, она переставала работать, да? Угу. Утраченная благодать приобретена. Че фигня? Лечение древа Эрт. Хорошо. А что у меня? 155 тысяч. Блин, а где-то мы можем поднять левел, чтобы дальше попереться на боссов? Не знаю. Сколько за местных пацанов дают? Они там типа дубасятся в самом начале. Блин, хотя 50 тысяч. Даже если за них по двойке дают, еще так дофига надо. А душ у меня... А у меня их, грубо говоря, и нет. Как вы посмели? Ладно, тут немного вспомню, что вообще да как. Угу. Ау! Вы чё, бля? Для них так нормально? Тихо, тихо. Ты чё тут дубасим? Ого. Так, не. Да, блин. О, он там бьёт. Сурово, пацаны, сурово. Я не знаю, тут бесконечный бой, типа, считается? Да, ёпт. Тихо-тихо. Самая проблемная, как они уворачиваются от всего этого, бля. Чувак. Да, блин. Вот это ты задолжил, конечно. Да ёп. Давай. Ты у меня тут сейчас попейся. Жесть. А забавно, я, по-моему, типа с этих чуваков, получается, не все собрал, да? А мне казалось, они тут бесконечно, короче, фигачат. Оказалось, нифига. Да, блин, просто клинком забивается гораздо лучше. Кстати, по поводу... А, не, слушай, реально новые появляются.
Чё, пацаны? А их оппоненты типа не появляются. Хе-хе. Обойдетесь. Не, на самом деле с бесконечным было бы более забавно. То есть, ну я имею в виду всеми врагами. То есть такое бесконечное сражение уже вообще на. Че все? Вы тут не бесконечные? Эптэш. Так, я хотел вообще, типа, вот сюда вот сходить. Тут вот место интересное, не знаю. Там эти едут. Короче, курованы. Ограбить курованы, это круто. Подожди. Я приехал туда. А, вон, караван. Курованы. Что-то я уже не помню с этими чуваками, что там вообще. Типа, по десяточке с вас будет. Бля, я так злобно смотрю. Порво, блин, нахуй. А Фрустбайт как себя покажет? Кстати, не помню, чтобы... А, по нему, походу, задело. Но есть подозрение, что на них Фрустбайт не особо работает. Эй, 7800. Да, это проще, чем тех чуваков, короче, дубасить. Ваша корова! О, не залп делает. Вау. Да ты... Это была самая замечательная вещь, это эти сферы летающие, блин. Капец. То, как они попадают, это просто охренеть. Сколько там мне надо? 203 тысяч. Угу. Ага. Я просто ради прикола решил качаться. Кто следующий? Ну и все. Блин, с этого 3800. Охренеть, блин. Дорогущего парня, конечно, дорогущий. Убивается легко. Я даже не уверен, что я хотел качать. По ловкости у нас что? А, мы ловкость сбиваем. Угу. У нас ракет будет, это то, сколько ловкости для максимального скорости каста. Так, тут чё? Какой королевы? Да, и спокойно по королеву. Мы к тому древу это вообще попадем? Угу, да, это файт. Так, еще раз, что у нас стоит? Заклинание больше урона наносит. Сражаемся мы против парня со стендов. Угу. Ладно, поехали. Сейчас погребаем, он, кстати, довольно-таки жесткий и быстрый. Хотел сказать, ролика нет. Блин, там с лором, типа вот этого Elden Ring, блин, хрен разберешься. На самом деле. То есть, по идее, для всех он считался вот он. Но он не мертв. Ну, это год и... A long while, Morgoth.
Там благодать такая. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Все, черт возьми, полыхай. Alas, I am returned. To be granted audience once more. А, подожди, у него там не лев, у него там этот зверь, что ли, которого мы убивали. Что-то я сейчас заметил доспех у него там. Жека, как вернулся-то? Тоже заспамил свое место благодать? Прием. Ща, подожди. Что, блин? Да ёп. Я понял. Да, блин. Эстусы опять часов пьются. Как вернулся, это, конечно, вопрос, подожди. Да ёп. Отвратительные вот эти вот атаки. Даю. Ёх, сука. Да ты издеваешься, что ли? Он просто зонально выпасит. И ты под замедлом был, да? Слушай, на нем надо как-то прыгать, по-моему, но я не уверен. Уже научиться прыгать. Но можно вовремя доджи делать, что более, типа, для меня привычное, если так рассматривать. Но что-то как-то не особо. На пафосе. Он как гвин, короче. Ага. Я успел, что ли? Даю. Он как будто немного позже бьет. Забыл. Но, блин, с другой стороны, я как бы не отхиливаться. Имело ли смысл? Так, я так понимаю, мы с тобой тут надолго, да. Ну, в отличие от Малении, я хотя бы вижу, что его пройти можно. Ну ладно, и Малению можно пройти, но с ней у тебя просто паника наступает. Какого хрена? Бахай! И погнали. Он сам подходит. А ты че? Дай! Я еще там что-то застрял. Да я тайминг вот этих его атак не очень вкуриваю. У него, кстати, типа это, секира обоюдосторонняя должна быть, она там сломана, короче, с одной стороны. Я заметил. Блин, а то, что они добавили механику, что надо бы от атак прыгать, ну, блин, я не знаю. Надо либо у ворот, либо прыжок.
вот, добавлять в игры, и все. Типа не одновременно и то, чтобы оба надо использовать. Это же охренеть. Я однокнопочный человек. А ты там, блин. Так, фрустбайтик пошел. Ага, понял. А ты там потом еще что делаешь? Ай. Да он, блин, надо просто, типа, ему даже передохнуть не дает. Типа вот по спаму ботов, то что вот я про это много раз говорил. Да уйди ты от меня, сука! Я даже не знаю, когда отхилиться. Типа, это геймдизайн под Sekiro, то есть как босс когда спавнит, потому что ты там можешь парировать. Блин, ну в каком-нибудь Elden Ring это не работает так, как надо. По крайней мере, у меня такое ощущение. Ты зачем свой стенд сломал? Да, второй стадии звездец. Это вообще варваром становится. I've given thee courtesy enough. Варвар вспомнил, что в нем есть ярость. Now I fight his horror loo. Капец. Мужика, может, не надо? Чем-то Кейкачи напоминает. Да, бля! Как больно! Да. Слышь, мужик, да успокойся ты, а! Я просто откиливаться не успеваю. Меня заспамивают. Блять.
22-й стадии, кстати, проще было. Ну, он, конечно, спамил, но, типа, гораздо более медленно. И вот этих наземных атак было очень мало. 300 тысяч. Вот это ты, парень, конечно, подкинул. Блин, на следующий босс тоже, короче, типа, он телепортируется постоянно к тебе, дубасит, но он тоже, тоже спамящее говно будет. Так, ну 40 от ловкости это, то есть, максимум, до которого стараемся дожить. С этими душами уже похрен. Ну, то есть, в принципе, да, в принципе, это то, что метили вот сейчас у меня. Мудрость 80, ловкость 40, жизненная сила 45. Интересно, все в КП или нет? Ну, давайте посмотрим. У меня хотя бы сердце подопустит. Elden Ring. Soft Cup. Жизненная сила. Ну, дальше, на самом деле, этот выносливость можно повышать. Жизненная сила. Кость в капсу. Ага, так. Софткап 40. Ага. Ну ладно. Стойкость. Это же стойкость, да, получается? 30. Я его почти не качал. Да. То есть, жизненная... ХП больше. Но на самом деле, вот если бы меня не было, наверное, вот этой пятерки, я бы сейчас погиб. Угу. Стойки с 15, с половиной. Эх, 93 тысячи. Проснуться золотого цвета. Мне как будто бы такое большое количество эспусов команды не знаю. Вот это Марика. Что она еще и... Мужчина. Музыка, да? Изначально. Прощайте, 90 тысяч. Прощайте. Так, кто ты там? А, он Радагон все-таки, значит, мне не показалось. Ау. Тоже спамер, блин, тот еще. Да. Пау. Да, блин, я не понял, там кто-то парочку раз умудрился отхилиться, блин. Да ты серьезно? Здорово, Андрюш. А, да. Что за сплэши пошли, блин? 5-километровые.
Мне на нем много хилок нельзя тратить. Вроде. Я не понимаю, он там как-то отражается, что ли? Что он там делает? Ичига, блин. Ну да, вот он как будто бы словил моё заклинание тут что. Дай. Снова красотулька. Да, блядь. День бога, я от вот этой атаки не могу вернуться. Ты с кем здороваешься? Я красавчик. Так. Вполне проходим. Пол хп мы нормально вынесли, надо типа научиться от вот этого копья, блин, уворачиваться. Шпроцы капец. Нет. Я до этого другого босса убивал. Так что один босс уже убит. Андрей, опаздываешь на стрим. Это был мой первый трай на нем, на вот этом боссе. Козя! Так, чё аж нажал? А-а-а! Теперь я не успеваю. Да, блин. Чё на 5 километров летаешь? Ну да, блин! Но он мне просто эту не дает. Ёбаный спамер. Ну, просто сегодня, грубо говоря, три босса должно было быть. И один из них, ну, парный. То есть, вначале одного убиваешь, потом второго. То есть, вот, я первого, вот, получается, убил, и сейчас вот этот парный босс. Но я, блин, не помню, типа, каждый раз его надо тут убивать или нет, ну, чтобы до второго босса добраться, или достаточно один. Но, в принципе, он проходимый. Я вот сейчас так вижу, он мне только эскусы не дает смысл убивать. Он просто сразу же к новой атаке переходит, ну, вот, типа, прессинг от врагов. Ну, хотя для финальных боссов, ну, может быть. Да, блин, то вначале, короче, нормально уворачивался. Блин. Да ёма! Это не да нормально. Ты задрал уже своими этими атаками. У меня только этот. Я Андрей 5 миллиардов раз говорил, что. О, блин. Хорош, бить меня! Не это я ему говорю. Сколько ты нам урона этим говном нанес, блин? Вот, что не надо 4 банки пива, блин, пить. Потому что мне будет хорошо. Да не, нормально будет. Ну, блин. Я поэтому не хочу, так что. Гадость. У меня похмелья нет, но, типа, самочувствие, что я не полностью здоровый, есть. Так что, типа, это так не надо. Так, ладно, давай сначала пахнем. Ты пошла-то она нормальная, там, на следующий день-то. То есть, типа, это тратит мое время следующего дня. То есть, я меньше вещами занимаюсь. Так что это того не стоит. А, бля. Уж ты питич. Ай. Я что-то не знаю, я нажимаю ворота, и они не срабатывают. Слушай, Андреш, я очень рад, что ты когда приходишь, ты, короче, всем правильно говоришь, то, что ты как человек не умеешь играть. Вот. Я считаю, что ты
типа, все проходило. Ну, это знаете, как там в американских фильмах там любят там в обществе анонимных неумеителей играть? Ты там приходишь, у тебя там написано. Меня зовут Нуб Боджо. Вот. Вот у тебя так же. Типа, ты приходишь на мои стримы и сразу пишешь, что играть не умеешь. Что за хрень сделал? Это юрторный театр. Да я атаки с задержкой запускал где-то. Они долетают. Вот, и слава богу, все знают, что этот стример играет лучше тебя. Что это было? Не, ну ты это читак. Чё за взрыв вокруг меня произошел? Я что-то не увидел. Да. А, так, осуждаем кибербуллинг. Чё? Ну это все равно как бы не подтверждает. Все виноваты. Нет, во всем виноваты. Реально чую. Мы... Слушай, учитывая, как ты, типа, редко ко мне заходишь, мил Боджия, типа, старыми друзьями мы не можем считаться. Вот. Мы давние любовники, которые расстались и поклялись больше никогда не видеть. Блин, вот сейчас у меня, короче, победил тем, что какой-то взрыв произошел подо мной. Чё за взрыв? Откуда взрыв? Чё это было? Игра только читами побеждать умеет. Но на самом деле мы не торопимся его быстро убивать. Вот, по той причине, что, как бы... Вот, сегодня долгий стрим должен быть. А, блядь, ты как меня задел-то вообще? Еблан, блядь. Так, прошу прощения, но главного героя... По поводу главного героя, который, типа, перерыв на чай делает каждый раз, когда пьет тест, у меня сложно. Бей быстрей! Все, я понял, что за вырвало. Так, блядь. Че так? Кастинг долгий. Ну, перерыв на чай. Замечательно, сплошь атаки. А, да? Это было интересно. Но мы такое не одобряем. Я ни хрена не понимаю. Да ты завязывай там уже. Да, вот тут я виноват. Что там дальше? Это хренотень засчитает магии, да? Так, Макс, чё? Ты проходил игру, используя только святой дэмэдж? Ну, первое мое прохождение Elden Ring, я типа с этой, с алебардой бегал, но там не только святой дэмэдж был. То есть там физический и святой, то есть там параллельно там сила качалась и вера. Нет, чисто святой я, по-моему, не проходил, и тут, по-моему, проблемно будет с этими богами, ну, с вот этого хренотенью и так далее. У них там что-то какой-то лютый резист, по-моему, от святости. Так что, не знаю. Да и оружие. Мне просто легкое оружие не очень нравится в DS. Мне нравится с двучником каким-нибудь бегать. Вот. Ну, когда первый раз, по крайней мере, проходишь. И, а все на чистый святой урон, это же, как бы, там, джедайские мечи. Ну, там, типа,
зелотов из Старкрафта, оружие, то есть, которое там, за Iron. Ну вот, и джедайский меч. Ну, я, по крайней мере, только два знаю, и чисто такой урон. Ну и получается, какие-то заклинания есть. Святые. Элдена хилится от святого. А, серьезно? Он хилится прямо? Ну, я просто как бы не знаю, но в моем предположении было, что святой урон на него очень хреново работает. А можно тогда его хилить, ну, то есть хилящим заклинанием, которое будет наоборот наносить ему урон? Блин, а какой-то конченый враг на самом деле есть, так легко. То он-то на него нельзя использовать. Что происходит, блин, камень? Мерзаки! Собака страшная! Давай, кстати, другое заклинание на него попробуем. А его станет, не? А! А, вот что ты делаешь! Не, подожди, это 855, а те по 4. Ну, если на него фростбайт работает, то все-таки глыба будет лучше. Я что-то вообще не понял, что он делает. Я думал, что он как-то перед собой бьет, а оказалось, блин, он сверху что-то улетает. Ну шо, чё, ну что? Радгон опять. Да, все-таки опять. Да и он не проблемный на самом деле. Ну, у него просто. Ну вот спамит тебе. Вот это реально. Реально хренотень. И. Ну вот некоторые атаки. Тайминги такие. Неудачные. То есть небольшая задержка происходит, из-за этого ты кувыркаешься слишком рано. Там вот, когда он эти копья света запускает. Но из-за его вспышек я вообще не вижу его части атак. И он их быстро делает. Ну вот, вот. Ну вот, типа, реально, я почему-то очень рано делаю. Да пиздец. И вот от этой атаки, ну, наверное, надо на него воротить. Понятно. Понятно. Я просто не ожидаю. А, все, мне хана. А, нет! А, не то! Чё у тебя в руках было? Блин, я с ним выпил не тот. Блин, так нормально все шло, я чуть ложанулся. Да. И хилок опять нету. Да ты задрал уже. Я говорю, Радагон не проблемный. Если так рассматривать. Сейчас я под него типа подстроюсь и буду гораздо быстрее убивать. Ну, сейчас вот на 2 лишних кастуса ушло. Так, что с тобой, блин? С тобой только типа хрен поймешь, что происходит. Что это такое? Я должен был от тебя убежать, что ли? Вот так. Ну, типа. Поеби. А... Мне DS2 с ним проходили. Игра, в принципе, нормально. Ну, то есть, как бы, это не какое-то мега извращение. Там только за мага в DLC проблемы. У врагов реально очень дохрена хп. И как-то, типа, проблемно. А еще баланс типа, практически не ломается.
так играно. Ну, то есть, типа, я начинал вообще со второго Dark Souls, мне, в принципе, нравится. Ну, в шкалере, мне кажется, вот что-то местами как-то специфично с противниками. Да ёп. Уйди от меня. А. Всегда столько урона наносил. Слушай, давайте защиту от святости оденем там какую-нибудь. Ты почти весь урон святой так-то. Блин, какая гадость. Допустим, реген мне нахрен не нужен. Не физически. Подожди, от святости вообще есть защита? Есть молния, огонь. А, серьезно? Ну, это, наверное, не физический урон. Там, в общем, что-то. А, получил молот, там полез. Не. Я, типа, говорю, то есть, я затягиваю, я показываю смерти. Ну, то есть, типа... Вы, конечно, сами можете увидеть, потому что вы погибаете по 100 раз на каждом боссе. А вот я вот редко погибал, поэтому вот показываю, типа, смерти на стриме. Так. Я там изначально говорил, то есть, типа, стрим короткий получится, поэтому будем его затягивать. Вот. Поэтому вот это затягивание, короче. Я все-таки не подстроился. Ай-я-ба! Петич, оно хорош. Неудачно, неудачно. А вообще без смертей и костров. Да-да-да. Что ты там без смертей и костров проходил? С утра позавтракать, что ли, без смерти костров, блин, прошел. Рассказывай мне тут. Для истинных игроков в Elden Ring, ну, таких, как я, вот как я, From Software, ну, у нас там страничку, короче, дают. Вот, они там собирают, короче, всю информацию по игре. Вот, кто сколько раз погиб, ну и вот. И там есть, типа, топ-10 людей с самым большим количеством смертей. Но вот ты на втором месте. Если что, на первом не я. Ну вот. Ай, ёпа. Какая же это параша, блин. Фростбайт, ёпта! Да, собака! Какая же неудобная атака, блин, а? Петрович начал, блин. Петрович, ты за цвет заплатил? Блин, сколько ты бьешь-то, а?
Взорвал ты на 5 километров. Да просто порвали. Подожди, Андрюша, а чё выше 1000 сообщений? Я ж прочитал их, не? Или чё там было? Жопу твою провали, ну боже, ну тут поаккуратней. Так, вот сейчас какое-то говно начинает. А, я понял. Урона мало, блин. Этот может неплохо так навалять. Слушай, на... А его как будто фростбайты не работают. Ну, мувцы более понятные, вот, по крайней мере, когда он мечом бьет. А. Ну, вот сейчас ударил рукой. Мне мам не хватит. Началось. Я не помню, у него какие-то реально есть неудобные атаки. Что это? А вот. Куда это вот говно, блин? Травить навязывай! Что происходит? Ты опять сваливаешь, что ли? Мать твою. Как будто что-то Bloodborne-ское на самом деле. Что это? Понятно. Я вообще ни хрена не понимаю. От этого можно как-то увернуться, она просто летит и типа в меня пуляет каким-то говном. В этот момент ни хрена не видно, что босс делает. О. Хуево, надо просто бежать. Попробуем просто бежать. Ну, как бы я впервые с ней встретил, ну, как бы, грубо говоря, второй раз, но типа это когда я 2 года назад, блин, Elden Ring проходил, как бы я уже не помню. Ну, говно сраное, я который еще типа не показываю. Я дома и заебался. Бывает, надо. А, Милбоджа, ты, наверное, в Elden Ring играешь каждый день, я не знаю. Я играю в большое количество игр и хожу на работу. Типа, помнить, блин, мувсет странных боссов я не обязан. И как, типа, от них уворачиваться? Так, слово. То есть у людей с реальной жизнью, как бы, немного другие направленности. Да, блядь! Я эту игру менял, блин! Успокойся! Славик, да ты успокойся! Как ему нравится его в своих вспышках, блин, да? Опять вспышка, что-то произошло, хрен поймешь, что. Ты как это сделал, блин?
Меч для красоты? Так. Ну, смотри, враг смотрит, видит, у меня меч. И он такой, типа, блядь, знаешь, что он будет бить? А я в этот момент пиу-пиу по нему делаю. Я... Это прохождение за мага. Типа, меч у меня на всякий случай, вдруг мана кончится. Ты чё не бежишь? Какая-то подстава была тут. А смысл, он уже начал, что ли? Слышь, ты че? Михалыч. А, да? Классная атака, бля. Это, блин, против милишников, босс, гадость. Что происходит, блин? Давайте камера упорится, короче, и вообще не будет ничего видно, а мол будет какие-то вспышки делать. Легендарное решение, блин. Я ничего не вижу! Мега круг. А. О. Я живой, сволочь. Ну да, да, классно. Типа от атаки бегать еще, когда вот эта атака до сих пор идет. А, опять вода ко мне, да? Какое-то другое говно. Типа босс тут тебя еще бить будет. Когда вообще ни хрена не видно, блин. Да. Джонни, я фростбайт не чувствую. Его нет, Буба. Опять я говно запустил? Нет, какое-то другое говно. Вот я вот с вот этой атакой вообще что-то ни хрена не понял. Че это такое вообще? Все, Буба, нету больше ничего. А, видать, его точно уворачиваться можно, блин. Я, подожди, это поебень, что? Я не могу от этой штуки убежать. И он еще мечом бьет в этот момент. Ты босс говна так, и все, я понял. Милбоджа, знаешь, есть такие люди в одном прекрасном месте, который называется Бан. Вот. Тебе уже, наверное, путевку можно туда выписать. Из таргета магия говно? Не вся. В Гондурасе? Можно и в Гондурасе. Вот. Но не в том, о котором ты подумал. В другом. Сказал бы. Ну, просто человек, скажем так, ходит по тонкому льду. Блин, я там заклинание поменял бы. Смысл? А! Класс, ты можешь, типа, мощные заклинания, типа, парировать. Класс. Подожди, я знаю, что... Я знаю, какое заклинание можно попытаться использовать. Как ты, блядь, по нему промазал-то сейчас? Как это сработало?
да, сейчас будет. Но тут вывернуться было бы сложно. Он отпарировал. Так. Профессиональная пенетрация. Где? В бане? Есть анальная пенетрация? Блин, Андрей, интересно у вас там конкурсы. Так. Что мне может пригодиться? Так. Нет, нет. Нет, нет. Нет. Да? Нет, нет. Короче, ради прикола я хочу попробовать. Я даже забыл, как это заклинание. Это комета, да? Азура. Которая потоком дубасит. О, да, так, все, вот. Вот что мне нужно на босса. Попробуем с вот этой вот хренотень. Удачи потоком дубасить, да на изи. Я тебе отвечаю. Вот, ну, я как бы... Я так понимаю, типа, ты один из тех людей, который просто на гайдах сидит, такой, и, типа, если вот что-то самому поэкспериментировать, ты такой, типа, ты не доделает. Мама, почему он не по гайдам играет? Мам, почему он не играет правильно? Мам, что делать? Рано. Да блин. Мне хилки на вторую, ёб... Типа дебильного босса надо... А! Ты там дважды что ли телепортнулся? Так, подожди, ты меня что-то сбил. Мужик! Ну хрена! Ау! А ты нормально, что ты вообще там забиваешь? Я, кстати, видел, кувырок начался, но что-то, походу, без фрейма еще не сработал. Сюда уже... Блять! В чем смысл играть в игру, в которой за тебя другие сыграли? Вот да. Вот я как бы вот вижу, у меня вот это заклинание есть. Я хочу его попробовать. Вот, я его буду пробовать, потому что я пришел играть в игру и получать от него удовольствие. Странно, как бы это ни звучало в Dark Souls, блин, получать удовольствие, но вот. И как бы вот я в гайдах минимальное количество читаю. Я только смотрю, где можно предмет какой-нибудь найти. Потому что я могу его пропустить, а он будет, на, допустим, интересным. Либо вот прохождение квеста, потому что тоже, блин. У Томов квест это что-то зиздец какой-то, блин. А, бля! Ладно, может, потому что я раньше издалека был, и у меня тут что-то. Пойдем. Да, блин! Я, сука, запутался в своих бутылях. Блин, из-за этого отвлекся. Сука. О. Просто так сведение. Я немножко добыл от Макса. Так он, типа... Ты знаешь, Андрей, на самом деле, ну, Боджо, он, скажем так, сам подставляется. По той причине, что, как бы, он не умеет играть. И поэтому, как бы, приходит и такой пишет. О, блин. Вот, а на самом деле он даже Elden Ring-то не смог пройти. Вот, и мы вот видим человека, который тужится. Зачитаем сообщение. Булет Макса, как это моя... Ну и чё? Андрей, а то, что я сказал, каким образом отменяет то, что
у тебя в конце сообщения. Вот, ты сам, Андрей, меня болишь, потому что ты не прошел Elden Ring, все. Фига себе, ты дважды подряд топорил, охренел, что ли? Вспышек вообще ни хрена не увидел. Слышь, мужик, мне мана нужна как бы, а? Да завязывай ты уже, блин. Я запутался. Ай, сык. Так, еще попробуем кометы дубаситься. Так. То, что буля тебя, имею право. Я ему разрешаю себя булить. Он тем более булить не умеет, блин, вот это что такое? Типа, так, дошкольники, не знаю, булят. Большой дамаг был. Это я зря. А вот ты что, не забираете, нет? Не, ну ты чё, блин, а? В самом начале, кстати, комет хорошо заходит. Смотрите, я вот целую атаку показал. Так бы я бы никогда его не показал. Делай там и чудя. Все я спустушу. Понятно? Так, ну мне пока что надо придумать, что делать. Слушай, а сколько меч на носу? Понятно. Понятно. Магия будет побыстрее и помощнее, блин. О, после вот этой атаки можно комет зарядить. Нормально. Есть моменты. Надо не упускать. А, в смысле это? Блядь! What the hell? Нахрена с таким боссом, блин, край карты делать? Да куда я от него убегу, блин? А, ну да, ты не видел. Ты ж первого босса не прошел. Блин, ну извините меня, ну боже. Я ошибся, я думал, что вы как бы скилловый игрок. Да, да. Ну, то есть, который хотя бы до вот этого босса в Алденге дошел, а вы не дошли. Бывает, бывает. Ну, как бы, не всем быть такими красивыми и умелыми, как я.
там не станет, да? Опа! What? Обляло. Ну, тут я что-то этот потерялся, короче. Бывает! Сбиваешься. Ладно, хоть я, типа, вот это чертило урон, где, типа, получает. Я чё-то его телепорты не понимаю. То есть, временами он телепортируется, после этого взрыв происходит. Временами происходит взрыв, и, типа, он телепортируется. Чё это вообще? Я вижу, что Родогон справится. Так он же проиграл, кажется. Я, типа, сейчас просто... Так, смог ты справишься в тебе? А для меня не Радагона надо побеждать, а типа вот это вот поебень потом. Ну просто типа реально неудобный босс, куча атак и дохрена хп. Такое себе, такое. И слово fuck you могу говорить только я, поэтому fuck you. И пошел в жопу. Типа, у атаки даже, типа, урон с задержкой, чтобы вы понимали. Да, блин. Йоу! Ненавижу твое ебаное копье. Кого ты там дубасишь? Кстати, в плане физурона соотношение с Мунвейлом какое? Такс. Ага. Ну, там только прирост от ловкости больше. С другой стороны, кровотечение есть. Но есть что-то подозрение, что на этого ботса, если фрустбайт не работает, то и кровотечение ни хрена не работает. На всякий случай, вы переходите черту Милбоджа, так что если продолжите, и это не запугивание, это угроза, вам бан будет, понял? Поэтому, типа, надо с уважением подходить к человеку, которому пришли в гости. Хорошо? То есть до этого я терпел. Да ты положи, блядь, свою поебень, блядь. Сколько мне урона, блядь. Камера, что это было? Тебе на голый торс нравится? Андрей, ты пока что расчехляй бан. Смалывай его. Вот. После извинения добечего мороза. Какого? У Радагона, что ли? Ну, просто... Я бы не сказал, что фростбайт много урона наносит. По вот малению и фростбайт наносит до хрена урона. Поэтому нет. Ну, то есть, типа, у Мороза это изначально урон-то магический. А потом, скорее всего, накопление может быть. Ну, не знаю, типа, по сравнению с этой... Накопление! Я ж нас сжал! Иди от меня! Че, такая это вообще новая атака была? А, бля! Думал, успею! Отбить, блин! Э-э-э.
прикола не понял. Я ж кувыркнулся, типа, в момент удара. А. В смысле, ты после этой атаки еще что-то можешь сделать, что ли? Опять эта поебень началась, блин. Эй-ау. А. Я даже так умудрился не вернуться. Ты чё-то, блин, а? Ты ж Петич. Это ещё какие-то читы пошли. Блин, я сбился на кувырках. Надо повнимательнее. Так, кровь, он камень, молния. Резать кого-то херня. У меня нет дробящего урона. У меня есть, типа, весло, вот это вот. Но у меня есть Мунвейл. Вот, поэтому кровотечение, наверное, хреново. И кровотечение не против Радагона, а против Древа Эрта, или что там, Дух Древа Эрта. Да. Кто вообще дьяном дерется? Ну, типа, я... Ну, токсин потенциально, типа, неплохая тема, особенно тут. Но, что-то не знаю, я ни разу не видел, чтобы, типа, чем-то таким дрались. Ведь кровотечение как-то эффективнее обычно. Что-то, блин, не прет на кувырках. Спасибо, камера, что ее отвернулась куда-то. Я, да иди ты в жопу. Я что-то вообще не понимаю. Я увернулся от атаки, а потом еще какой-то урон меня задевает. Замечательный взрыв, блин. А, это вот это атака. Смотри, давай завязывайте уже, а, блин. Я похилиться-то не успеваю. Что за спамы, блин, бесконечные? Понял? Это какое-то говно. Давай, короче, типа, ты вот кувыркаешься, а я все равно буду атаки наносить, которые все равно будут тебя попадать. На такой Миядзаки. Да и сосочки все натирают. Яд с гнилью в паре юзать. Смысл, наверное, какой-то в этом есть, если там замечательно, типа, есть. Ну, это просто дополнительный урон. Токсин сам по себе неплохо, типа, дубасит. Плюс, ну, с ядом дополнительно, потому что два же токсина ты не можешь накидывать. Но я просто не знаю по оружию тут, чё как всё накидываю. Чё, типа... Ну, допустим, есть заклинание, которое гниль накидывает. Окей. Чё-то я не знаю, как-то Радагона до этого я лучше проходил. Я его сбил. Он на читы, короче, перешел. Вот это вот, типа, атака с полета почему-то попадать начала бы. Ну, вот тут я сам виноват. О! Так она наносит урон когда? Я не понимаю, то есть в начале этой анимации или в конце? Почему я иногда ловлю, блин, в конце анимации, иногда в начале? Что за дебильная атака? Че за поебень, блин? Как катану накинуть мороз, там тоже будет кровь и мороз. Я в курсе. А, все, я понял, что ты имеешь в виду. А есть изначальные катаны, которые, типа, ну, то есть оружие, которое, типа, яд накидывает. Я говорю, я просто в оружии, типа, ни хрена не разбираюсь, мне это не было интересно.
То есть я там вариантов 10 оружия, наверное, знаю. Потому что, типа, не была необходима. Да? Ты под собой же раньше не попадал. Тут я сам виноват. А, нет! Он меня убьет. Я выносливо закончился. Пожадничал с фростбайтом. Может, мне нужно было 2 добить. И у меня кончилось. Оба. А нормально, кстати, шло. Только ты очаруешь другой святой, она накидывает новую стату. Рушка кидает одну стату. Ну, нет, ну есть базовые, да. То есть, если ты какой-нибудь меч, который изначально магией бьет, зачаруешь на святость, то типа будут оба урона, ну как бы да. Ну и типа, блин, этот захват просто до хрена урона наносит, типа вот что меня бесит еще в данный. Прям у меня возможность защиты хреновая. Блин, я не заметил, что ты делаешь. Вот, типа, что это? Типа, я был в кувырке прямо в момент удара. Игра сказала, что ей срать. Да ты додрал, типа, вот этим спамить, блин, да? Это я тут маг, блин. Нашелся меня тут тоже, блин. Метатель копий, блин. Я не знаю, типа, я уворачивался от этой атаки. И нормально все шло. Давай вставай. Где он? Ладно. Сойдет. А, Макс, когда на тебе ядерная бомба будет падать, ты тоже кувыркнись, скажи, что был в кувырке, но... Давай так. В реальной жизни... Я магией не смогу пулять, так что... Ну, на самом деле, да. А ёп! Сука, он этой... Рукой своей ебучей меня задевает. Понял? За дело. Чувак, куда ты там поплыл? Иди сюда, дверь. Thank you.
успел до второго. Так, мана больше нет. Что это? Не знаю, что, короче, происходит. Угу. А, понятно, вот это поебень. Да только она не останавливает! Класс, блин! Ну это какой-то спам, то дыхание, то эта штука, она же реально не останавливает. Что надо делать-то? Чё за, сука, спам? И при том, типа, спам, который ты на экране вообще хуй поймешь, что происходит. Босс! Так, Андрей, можешь, милборже, выдать бан временно? Спасать, блин. Чё ты ржёшь? Не беси. Же Миядзаки, блять, Миядзаки в жопу драть надо. Притом в этот момент ему, типа, короче, мельтешение, чтобы перед глазами было. Ей-богу, что за поебень, блин? То есть можно одно заклинание, блин, одну дальнобойную атаку, блин, а не 10 сразу. Сука! На эту ебаную атаку попался. Но он меня, по-моему, убивает. А, нифига, у меня хп остался. Да, камера, спасибо. Я просто, ну то, что ты вот поворачиваешься, короче, типа, тебя выкидывают от врага. Что камера сделает? Она повернется от него. Мне нужна шляпа? У меня много новых шляп. Ну, Фаш, привет. Он хочет тебе сделать массаж. Ага. Приезжай, я сделаю тебе такой же массаж. Специально молоток куплю для этого. Ладно, шучу. Покажи коллекцию шляп. Не заслужили. Коллекция шляп будет на специальном стриме по шляпам. Вот. У нас специальный стрим по шляпам будет, когда будет много людей. Массаж простат, хорошо. Злой ты, недобрый. Да ладно, извини. Да я же извинился. Да меня просто бесит, блин, босс, который... Ну не вот этот, вот этого еще можно убить. Вот следующий. Это же просто поебень какая-то. Да блять, сука, я опять увернулся рано. И что такое, да? Ты промахнулся. Как дела вообще? Я ж уворачивался, блин, да? Миядзаки, давай в реальной жизни я приду к тебе с молотком, буду махать перед тобой. Попробую вернись, блин. Что за поебень? Мог жопань? Не, маление, да, жопань. Мог, нет. Ну, типа, серьезно, мог я, по-моему, тут с первого... Не, со второго раза пошел. Мог нормально убивается, у него только проблема в этой, в стадии перехода, когда он по тебе просто автоматом попадает, это, да, просто легендарная тема. Так. Мог не спамит атаками, нет, ну немножко подспамливает, но не так сильно. Это же просто, типа, начинает спамить, и, типа, очень много атак задержки. Я, ну, а наконец ты увернулся! Кроме его фрустбайт нанес? Тысяча? Вот, то есть вот такие вот атаки это норм, окей. А, да.
Ну вот типа вот это его флеша, это такая поебень. Особенно, типа, происходит какое-то мерцание, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Блять, вот это я зря сейчас сделал. А, ну да, да. Тоже. То это, я не понимаю, там, видимо, хитбокс атаки, то есть он больше, чем какая-то миллисекунда, ну то есть... И поэтому, типа, если ты кувыркнешься чуть-чуть рано, ты словишь. Чуть-чуть поздно, тоже словишь. А ты что, хотел он бог? Да в жопу, ну, типа, кто... Хоть бог или не бог, блин, в жопу. Типа... Это игра. Игра должна быть с понятным геймплеем, не с вот этим вот, не с вот этой вот поебенью. Ведите механику Секиро, ну серьезно. Типа, если враги спамят, ну тогда, типа, нужно парирование Секиро. Потому что геймдизайн под это сделан. А. Чё, псих, бля? Ну вот, вот чё? Да блять! А, я нажал на кувырок просто сразу же, сразу же. У меня встать не успел, уже словил. Чё кувырки не работают на этой атаке? Ну блин, типа работали же. Какое там окно, блин? Ну если его убивают голым персонажем первого уровня дубиной, значит. Да? Ты убивал? Нет, смотрите такой момент. Если человек потратил кучу времени в Elden Ring, и у него там нормальная реакция, типа, развита, то он может. Ну, то есть, ну, сколько нужно времени потратить? Я не собираюсь столько времени тратить. Я хочу, типа, поиграть в игру. Меня играю какое-то говно, пацаны. Не, я все равно доволен, как бы, Elden Ring. Но, опять же, вот я каждую их игру буду сравнивать с первым Dark Souls. Вот в первом Dark Souls'е, черт возьми, я серьезно голым персонажем с дубиной забивал Гвина. Первого левел. Ну я был первого левела, не Гвин. Ну то есть, типа, это было реально. Тут я этого не вижу. А, да, это еще вот это говно еще. Вот просто вот эти вот спамы идут и все. И типа с его телепортом, когда просто под тобой типа появляется. Да блять! Сука! Ну надо же. Ёбаные взрывы! И в жопу! Бля. Да, мы СПС 5 часов будем пить. Красивые, ну блин, вот эти вот спецэффекты, и учитывая, что он их комбинирует, просто проблема. Перед тобой только что вспышка произошла, и он уже начинает какую-нибудь атаку, типа молотком тебе в лицо улетит. И ты просто такой. Еще по какой-то причине, то есть я вот к первой трае, которую против него делал, были гораздо лучше. То есть сейчас я просто перестал уворачиваться.
Такс. Первый ДС для казуалов. Первый ДС самый нормальный, потому что, типа, к нему тактически можно было подходить. Че там, блин, парируешь, а? Да ты успокойся, блин! Ну вот, вот сейчас за вспышкой просто типа заметить эту атаку было очень сложно. Ну ж пользуется этим, блин. Собака, блин. Фигов все идет. А, да. А я кувыркался. А я, ну ладно, я тут не ворочался. А я кувыркался все равно. На тебя, блин. Я от этой атаки и перестал уворачиваться. Вот, Андрей, а когда тебя бан нужен был, ты его не сделал. Так что все, Андрей, я забираю тебя возможность банить, когда ты хочешь. Пять эстусов на типа на долгого босса. Да. Стример писал. Куда ты писал стримеру? Шара ты не попал! Верел бы на блин. Вот эти типа атаки вообще нормально уворачиваются. Ой. Малость неожиданно было. А, мне. А, еще реген идет нормально. Что ты там делаешь? А, вот это поеби. Опять к краю карты зашел. Вот тоже, блин. Да ты надоел в память уже, блин. Дай тебя побить, что ли. Опять в памяти говно, блин, Миядзаки. Тебя в детстве, типа, этот, гопники, что ли, били, а? Поэтому такой, я буду спамить. Что это? Хреново. Вот тут будет. О, я убежал, фига.
Камера, спасибо тебе. Что-то происходит. А, я понял. Я... Блядь, опять это пейнтбель. Вот это вот атака. Вот летающее вот это вот говно. Я не знаю, что с ним делать. Даже помочь можно самодельным массажем Ранфорсрантекс. Привет, живот очень. Так. Выбрал поместим помощь по Ранфорсрантекс. Чисто магией забил? Я за мага играю, блин. Или подожди. Или ты про босса. Босс гад. Вон там босс тоже типа за мага играет. Да. Ну чё, меч Кероборин. Я за мага играю, я уже алебарда избивал. Зачем стримеру страдания, вот скажите, вот зачем? Зачем страдания, зачем? Типа, надо получать удовольствие. Все такие, берем и получаем удовольствие, классно же. Табак. Слышь, мана не резиновая. Этим взрывом, блин, стрёмный. А! И слыши, блин. Магия для слабаков? Нет, магия для четких людей, а еще для того, потому что разработчики это добавили. Типа, эта механика была добавлена, значит ее можно использовать для слабаков, блин. Вот, тем более геймплей очень серьезно за мага отличается, поэтому. Так, что за это поведение? Это кольцо Элдена? Что-то я не знаю, наверное, все-таки надо кувыркаться. Что это? А почему она там взорвалась? Что такое, да, промазал, да? Мне, блин, вторая стадия не нравится. Что это? Я вроде вернулся. А чего возьми? Вот это нормально, пока он типа не комбинирует это.
И атаки свои. Стоять, блядь! Дай бояться, блядь! Что-то как-то не очень было. Ага. А, это поебенники. Я вот не знаю, что с ней делать. Не, походу, кувыркаться надо. Ёбаная поебень! Понял? Да просто типа я к нему не могу подойти. Ну да, чё это было, блин? Он просто заклинание меня держит, типа, издалека, и все. Я не могу подойти, я к нему подхожу, там какие-то взрывы происходят. Я до него бегу, какие-то взрывы происходят, и все. Причем поебень выпускает, от которых хрен поймешь, как уворачиваться. Ну, то есть, типа, это реально атака, ты будешь получать. При этом ты еще будешь видеть одну треть экрана своего, а если будешь рядом с боссом, так, скорее всего, еще чуть влетит в тебя. Какая поебень! Ну ладно, я ему больше половины КП вот тогда снял. Ну, я не понимаю, как к нему там приблизиться. Ну и то есть, когда я понял, что он делает, уже было поздно. Ну, классно. Блин, у него внутри что-то закончит. Я не успеваю выпить. Все, я полностью сбился из-за босса. А, ну да, это опять вот эти просто легендарные вспышки, блин. Мне вот у него капец вот эта хрень не нравится, если он впритык делает. То есть я не успеваю среагировать, что происходит. Знаешь, что ты являешься самым прекрасным. Опять Андрей, что ли, забанил? Андрей, тебе теперь по твоему желанию банить нельзя. Вот, потому что ты не исполняешь работу модератора. Блин, почему нельзя? Типа, вот Радагона проходишь, все, дальше. Че за две стадии, блин? Зачем? У нас хоть первая, блин, недолгая. Что происходит? Че разошелся? Блин, он реально разошелся. Типа, пацан. Ты знаешь, что спамы не любят? Спамеров не любят. А, блядь. Да! Легендарные взрывы, да. Я вообще ничего не вижу, а. Не то пьем. Ёбаный спамер, блин, а. И так все хорошо, в принципе, начиналось. Uh-huh.
Здравствуйте. Свахаммер. Мини-пистон. Ладно, как дела, Свахаммер? Чё как-то? Шутка повторения дважды не смешная, а в 666. Ну да. Согласен. Андреаш, я говорил об этом Андрею, но... Он считает, что шутку надо повторить минимум миллион раз. Вдруг не поймут. Хватит, блин, своей артиллерии бить! Я не знаю, как я успел вообще увернуться от всего этого, блин. Да ты там сваливаешь постоянно. Слышь? Да иди. Рано. Срабатывающий футбайт, бля. По-моему, что-то... А. По-моему, я понял, что там. Где ты? А! Да. Издалека, блин, хреново видно, в какой момент уворачиваться. Слышь ты! Блин, я очень много эстусов сейчас потратил. Это ты издеваешься? Опять, короче, началось типа мега спам. Иди от меня! Там новые поебенить. Да ты, блин, серьезно! Стух! Да он просто заспамил меня, блин, ну! Вот! Он запускает вот эту вот поебень, я не знаю, что с ней сделать. Она слишком долго длится, он за этот момент умудряется кучу всего сделать. Ну вот, типа, и сейчас комбинация произошла. Я мало того, от его предыдущих атак не вижу, что он делает. Так он еще, типа, начинает заспамивать тебя другими дальнобойными атаками. Охрененный босс, блин! Переехал к родителям. Ну, я не знаю, ты в следующий раз попробуй, там, вначале работу найти, а потом переезжать. Ну, понятно, что печально, но... Все будет нормально, сука. Надо будет какую-нибудь броню против святого урона, блин, одеть. Я думаю, у меня есть какая-то получше. Потому что огребаешь ты, типа, именно от него. А чё без взрыва? А чё так скучно? Thank you.
нормально, нормально. Там с регеном будет. Так что и даже подотхилиться сможем. Вот так всегда в Радагона, блин, фигачить. Будет найс. Ура, ты ящерица, блин. Блин, рано. А, я что-то как-то этот мусор не поймал. Блин, что-то так пошло, типа, сдох. Не. Так, ладно, что там? Там ман уже больше не делает. Смотрим. Так, мне нужно от святое. Ну, кстати, кровавленные маски. Блин, это грибная корона, реально. Сейчас грибочком пойдем. Грибочки. Угу. Капюшон апостола, да? Блин, там больше урона получаешь. Угу. Маска серебряной слезы. А там потом уже тяжелое снаряжение получается. Ну да, все, все сами уже тяжелое должно быть. На святость. Облачение простолюдина. Найс. Ну, бля, он весит больше. А, серьезно? Типа, мой базовый сет хорош? Фига себе. Одеяние снежной ведьмы. Будем ведьмой. Одеяние служанки пальца. Хм. Ну да, да, это то, в чем надо побеждать. Так, три свирепого. Так. А я чуть не помню, там к чему должно относиться. 7-4. Штаны астролога. Буф рабочего чародея. Сейчас служанки. А, во. Апостол божественной крови. Да полный сет одеть. Так, подожди, апостол божественной крови. О, блин, ладно. Давайте по порядку пойдем. Где-нибудь я тут его найду. Еее. Поехали. Интересно, это по защите оно насколько вообще будет. Я надеюсь, ну, короче, это стиль пельмень. Вот. А пельмени что? А пельмени, короче, побеждают все. Я сейчас палкой помахаю. Ау.
Бля, я не должен меньше урона получать, или это не святой урон? Визуально как будто бы святой. Да блин, опять началось, блин, я там кувыркнулся. Он все равно попал. Че так, блин? Знаете, как в Mortal Kombat в каких-то ты противостал двум персонажам? То есть вначале одного победить надо, которого там еще капец хрен победишь, блин. А потом второго. Вот один в один, блин. Иди сюда. Садись, пельмени. Пельмень не знает усталости и слабости. Пельмень! Так, все хорошо. Все нормально, да хорош ты сваливать от меня, блин. Мне кажется, тут должны были торренты добавить, блин, на них хотят. Есть такое ощущение. Хоть после такого, блин, можно. Ему насовать, блин. Что происходит? Ага, не знаю, что происходит. Да блин! Пусть ты меня тут задеваешь. Да, замечательно, замечательная хрень, ну, типа, класс, типа, визуал просто шикарен, типа, тебе в монитор летят куча светлячков, и что делать босс, ты не знаешь. Я, то есть, понял, что он сейчас будет это палить, но, типа, в какой момент кувыркаться, я вообще хз. Тот, кто это придумал, он молодец, вот серьезно, блин, он молодец, нарисовал бы в бёс. Ужас какой-то. Если где-то еще за час я не пройду, я уже начну с каплей типа дубасить его, потому что типа манал я, блин, с вот этой вот его атакой, в которую, блин, ни хрена не видно было. Проходи. Это не геймдизайн, это говно. Ну, я тут что-то сам, короче, запутался, что я делаю. Так что, типа, это не считается.
А, даже, наверное, раньше, чем через час. Через полчаса, по той причине, что у меня сегодня стрим только 3 часа планировался. Я вообще думал, что раньше убью, но то, что оказывается финальную стадию... Ну, финального босса дубасить очень долго, а он еще сволочь такая. Просто тебя загораживает все вообще, весь обзор. Блин, самое проблемное с вот этими волнами, то, что они тебе не опрокидывают. Опрокидывали, было бы, наверное, лучше. Я бы тогда немножко времени выиграл. Я тут это и это, а я то и я тебе вот это. А, блин, вот, то есть очень классная атака, мне вот реально понравилась. То есть я кувыркнулся от взрыва, мне это не помогло. Хм, интересно. Бухаем. Бухаем! Но тут как будто бы урон не очень понятный, да. Должен. Ой, рус, это хрен на тени. Я вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Рады, что пока что хилок нормально, но на самом деле, когда спам начнется, типа, они меня не шибко спасут. Чего ты там, блин? Завязывай со своим огнеметом. Хаси-то охренели, короче. Призвали своих богов хаос. Только истинный император затащит все это. А, не, подождите, там же был какой-то дракон пустоты, по-моему, которого на Марсе, да? Ладно, реген есть. Иди сюда, блин, надоел. Только так сражаться и умеем. Блин, а он мне что-то напоминает. Рома, что ли? Из Bloodborne. Ну, вот что-то такое вот реально Bloodborne-ское. Включает Ром по Bloodborne. Мысли, что ты там опять? А, о, началось его прилететь. Да нет, сука! Да я почти выдал этот ёбаный эску! Блять, ёбаная поебень! Вот не заклинание, а поебень! Вот.
Я не знаю, как это по-другому назвать. У меня есть там какое-нибудь заклинание, которое защиту какую-нибудь от чар там повышает или от молитв, что-нибудь такое. Вот это что такое? Нет сопротивления щита. Ну, по-моему, какой-то барьер был. Я их не покупал. А, сияние сейчас освещает окрестности. Наверное, не купил. Или его тут нет. Ёх, блин, нормально все шло, и он опять эту атаку применяет. Я вообще не понимаю, что происходит. Че она такая долгая, блин? Андрей, я не знаю, что значит то, что ты мне сейчас написал. Макс, Макс. У меня и эспусов нормально было. А, да, говно. Мы делаем. Так-то нормально разбираемся уже с Радагоном, то есть больших проблем у меня нет. Я единственное рискую, наверное, нанося ему большое количество типа выстрелов и иногда не оставляя его на устройстве. Но он не сложный. У этого типа проблема вот зачастую в одной атаке только у меня пока что. Поэтому вот этот замечательный спам, короче, заклинание. Завязывай хрену тень. А, хватило? Не хватило, говорят. Сгорел бы нам. Нормально. Крутнулись. Блин, у него огонь еще не закончился, он уже как будто это хренотень метает, блин. Слышь, куда ты там свалил? Иди сюда. Сюда, говори. Залпы пошли. Блин, тот, то, что я бегу, он меня все равно догоняет. Тоже капец, короче. Слышь, ну ты надоел уже, иди сюда, блин. Опять. Блин. Догоняет, блин.
сволочь. А реген закончился, да? Подставился, конечно. Это хренотень, блин. Ну ладно, так и вроде бы простые. А, ну да. Сука, спецэффекты, ёпта. Пожалуйста, не убивай меня. Он меня убил, да? Ну да, потому что у нас захваты наносят просто хренища урона, да. Блять, игра, ну ты реально поебень, блин. И у меня не полные хп были, потому что за мной вот эта хренотень гналась, блин. Чё за нах... У меня реально слов нету от того, что вот каждый раз, когда он вот эту хрень запускает, ну это просто начинается лютый трэш. Может, фронт софтвер перепутали, и вместо типа 10 секунд эта штука 1 минуту летает? Ну там на нолик ошиблись, ну типа. На самом деле 60 секунд в минуте, ну не важно. Реально там, по-моему, минуту летает, блин. А! В смысле, я ж нажал? Эй, игра, ну ты типа завязывай. Она такая, о, захваты, он обожает. Куча эспуса в жахле. Сука, слышь, поебота, давай ты быстрее будешь пить, а? Не, что-то вообще, типа, меня очень сломало. Ситуация, которая там была. Я же забыл, как Радагона, блин. Да блин, я вообще ничего от него не выворачиваю. Так. Какого хрена? Так, все, сосредоточим. Ой, ужас. Поебень. Спамище говно. Спам, только спам. Блин, я боюсь DLC, серьезно. Это в DLC какое-нибудь говно будет. Спам, спам, спам. Спам. Так, аккуратненько, с остановочкой, блин. Так я что-то последнюю атаку не ожидал. А, понятно. Наша любимая. Вот это взрыв, это же просто капец. Он происходит моментально. Ты даже, по-моему, если откувыркаешься, по тебе попадает. А этот взрыв тебе сбивает баланс. И ну, персонаж такой... Меня попало, и типа это сразу же по тебе молотком, блин, втаскивает. Тоже классная тема. Классно как. Пельмень, тащи. А ты чё такое, блин? Я вообще не успел что-то. Да,
А, блин! Ты чё творишь, блин? Сволочь! Да, блин! Что-то не пошло. А, блин. Штука не добила. Я думал, на папа сейчас его пору. Мечом. Ага. Он еще такой топнул, говорит. Ужас. По что мне все это? А, блин. А. Не хватало. И там это завязывай. Мы таких не любим. Пока что он, в принципе-то, проходимый. То есть ничего такого гиперсложного-то нет. Вот, кроме типа вот этих комбинаций бесконечного спама. Что ты там делаешь? Понятно. Слышь, да надоел уже. Давай сюда иди. Нах оно тебе надо, блин. Сейчас вот не очень хорошо получилось. Да опять же не видно, блин, что он делает. Замечательно, хренотень, блин. Вернулась. Я не знаю, та штука. Успокоилась, хрена себе. Не может быть. Так, мана последняя осталась. Опять круг, да? Круг Элдена. Там два, что ли? Так, понятно. Камеры не упарывайте! Да ну его нахрен! Два эскуса. Один эскус.
Подожди. В смысле? Давай, 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 давай. Еее! Блин, мне очень повезло там в середине, и типа... Светляки эти не могли до меня долететь. Наверное, он им мешал, я не знаю. Победа! Ой, блин, ужас. Да, живодер, блин. Ну ладно, кстати, все, всех прошли без капель, я очень рад. Так, но жену мы призывать не будем, потому что это уже концовка есть. Я многие концовки до них не дошел. Вот, и применим знак принца смерти. Стример перекачет. Согласен. Ну, у меня было все прокачано, что мне надо было. Ну, короче, пельмень победил. Ну, истинная концовка, конечно, считаю, типа, лунную. Вот, она мне нравится. Вот, поэтому мы в первый раз на нее прошли. А тут посмотрим вторую. Еще, по-моему, прикольно выглядит The House, но я там что-то, короче, мне лень было, типа, этим всем заниматься. А можно Марику чпокнуть? Сахаймер, тебе можно чпокнуть кого угодно. Ну, там, типа, добавилась руна смерти. А че это значит? И, типа, пельмени победили, да? Это, типа, лицо на капюшоне. Конечно. The fallen leaves tell a story. Of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. А, типа туман, Люк. А с этого тумана начинается Demon's Souls. Нет, подожди, Dark Souls. Our seed will look back upon us and recall the age. Of the Duskborn. Подожди, да, Duskborn это нерожденный с сумерками? Или подожди. Dusk это вроде заря, нет? Рожденный зарей. Не, ладно, я что-то не верю. Пройдено за две смерти? Да, все соусы мы прошли за две смерти. Ну... Короче, как я говорил, Sekiro я не планирую пока что проходить. То есть, и, но так как у меня ремейка Demon's Souls нету, то его тоже. Кстати, за мага я там посмотрел, один стример проходил. За мага прикольно. Там еще есть реген маны. Ну, то есть там маны есть в Demon's Souls. И благодаря какому-то кольцу реген маны очень хорошо идет. И, то есть как-то у тебя в заклинаниях проблем нет. То есть ты там пиу-пиу делаешь спокойно. Так что было бы прикольно как-нибудь сыграть, но у меня, к сожалению, только третий Demon's Souls есть, который простой. Вот, а ремейка нет. За 2К смерти? За какие 2К смерти? За камер, всего 2 смерти было. За все стримы по Dark Souls. Всего 2, понимаешь? Вот насколько этот стример профессионал? Sekiro не будет. Андреш, ну, Sekiro может потом когда-нибудь. Ну, типа, по Elden Ring мы ждем DLC. Как я уже говорил, я не знаю, за какого персонажа буду проходить. По идее, прохождение за астролога вот продолжу. Потому что я вот весь контент, короче, прохожу. Вот, с другой стороны, чувак с алебардом мне нравится больше. То есть это мой стиль игры, так что будем там решать. Вот, Sekiro не будет, потому что там нет мага такового. Там игра под другое. То есть я, конечно, понимаю, что в Bloodborne тоже как такого мага не было, но все-таки там нет под мага прокачиваться. Тут я как бы не знаю. Вот, поэтому Sekiro потом как. Я персону пятую хочу поиграть. У меня же есть этот куча игр, которые я хочу пройти. За 2000 смертей. Ты с Вахаммер прошел за 2000 смертей? Ну ты типа аккуратней. Ну что-то как-то много. Но
всего. Я вот за две прошел. Вот тебе к такому результату надо стремиться. Секиро можно... Андреш, в Секиро можно через протест, тебе сказал об этом Монстерфеус. Ты не знаешь, что это значит. Ну и протест там, ну я даже не помню, что что-то прикольное было. Она там, по-моему, что-то тратит, не? Ну, короче, Секиро потом когда-нибудь будет. Когда-нибудь. Я пока не хочу. Неважно, можно узнать. Нет. Протез это не то. Ну, там реально такая специфичная тема. Там игра про другое. То есть я там в любом случае буду катаной бить, понимаешь? Тут я хотя бы пью-пью маги делал. Вот. А почему ты плачешь? Что такое? Что ты говоришь? Андреш, будет персона, там все маги. Вот, просто у меня типа есть куча JRPG-шек, которые хочу пройти, то есть это персона, это Yakuza Like a Dragon, который последний, и это финал, седьмые, то есть Remake Rebirth, то есть вот постепенно ими заниматься. Плюс Андрей мне там игр навалил, то, что которую я должен пройти. Вот, и когда вот с вот этим всем разберемся, тогда можно будет поднимать вопросы, типа, о игре в Секиро. В прямом. Андрей планировал с персона, типа, следующий, когда освободится. Dragon's Dogma началась, потому что она вышла. Типа, не выходила бы Dragon's Dogma, была бы персона 5, а потом что-то из твоего. Persona. Да, будем кадрить кого-нибудь. Будем Сохаймера кадрить. Сохаймер, ты есть в персоне? Должен быть. Это есть в любой игре. Наконец-то хороший игрок. А, то есть до этого я с Вакамер играл в плохие игры. Понятно, понятно. Нет, не после Догмы персоны. Андрей, после типа Elden Ring персон. Ты мне можешь что угодно говорить. Типа, персона следующая игра планировалась. Типа, вот. Ну, как-то так. Блин, тут титры вообще долгие идут. Начать приключение 2? Нет. Потому что нам еще в DLC. Я же нет нажал? Я нажал нет. Так, а что там из воспоминаний дают? Вы же в какую-то дрочильню играли, я был подобным. Так, Савхаммер, что-то говном на этом стриме называть я имею право только я. Второе, я не могу понять, о чем ты, и там не дрочильня, а лут-игра, и как бы мы ее прошли. Так что не надо мне тут. Ты? Что-то Марики. Ну, есть Малений. Сет Малений, это лучше. Блин. Маликет. Доспех королевского рыцаря. А, это Лоретт, что ли? Радагана. Влетеля Эльдине. Щипами. Туника Малинии, блядь. Так, а чё мы делаем из тебя? Землетрясение, Хар, Лупс. Можно использовать любым оружием. А, это Пепел. Угу. Так, потом... С тебя делается молот Марики. Или меч священной реликвии. Там святая атака. Угу. Все получается, я все смотрел. Бритоныч. У тебя вечером Андрей? Да, у меня вечером Андрей. Сейчас надо с Эйнштейном погулять и там под Дендри подготовить вещи. Макс, даже шмотки боссов не купил. Хрена они мне. Ну, вот такой вот вопрос, нахрена они мне. Нет, я оденусь как истинный джентльмен. Потому что пельмень свою эту задачу исполнил. Поэтому мы возвращаемся к тому, что вы корянский рыцарь. Блин, ну и хочу отметить меч лунного света. Шикарная тема. Вот реально. Типа, вот единственная часть, в которой мне хотелось вот именно с ним играть.
Так что вот, вот. Так что свакамера, говно вот это не называй, а то я начну всякие ваши... как они там называются? Лоботомии, или как они там тоже говном называть. Вот. Итак, давайте. Всем спасибо, кто смотрел. То есть, потенциально на этом прохождение столсов за магов заканчивается. То есть, ну, еще потенциально DLC. Вот. Вот, потенциально. Вот, а так. Давайте. Всем спасибо. До скорых встреч. Приходите еще. Пока-пока.